По словам организаторов урока безопасности, наступление весны приносит не только радость, но и в определенных условиях таит в себе смертельную опасность. В связи с таянием снега, льда появилась огромная опасность при выходе людей на лед с целью обеспечения безопасности. Мы проводим совместно с Московской общественной организацией «ВОСВОД» открытые уроки в образовательных учреждениях района. Для большей наглядности организаторы принесли с собой часть экипировки и средств спасения тех, кто терпит бедствие на воде. Этот буй, вроде он и небольшой, но он на плаву удерживает достаточно тяжелого и взрослого человека. Но как быть, когда под рукой нет ни буйков, ни кругов, а человек терпит бедствие? Специально для таких случаев спасатели подготовили пошаговую инструкцию. Что делать? Вы можете выехать грудью и животом на лед, да, затем отползать от места провала в ту сторону, обращая внимание, откуда вы пришли. Рекордсменка среди женщин по времени, проведенному в ледяной проруби, Осман Делибаш уверяет, в экстренной ситуации провала человека под лед опасен не только, собственно, холод, а еще и поведение самого терпящего бедствия. Самая большая опасность – это не столько переохлаждение, сколько вы можете захлебнуться, если вы будете паниковать и просто хаотично двигать руками, ногами. Там, да, это спровоцирует, да, может спровоцировать переохлаждение тоже, в том числе. Поэтому самое важное – это успокоиться. Как не паниковать и успокоиться, а в итоге спасти жизнь, и учат на подобных уроках. И, по словам организаторов, продуктивность их деятельности не заставила себя долго ждать. Благодаря таким урокам по профилактике безопасности жизни людей на воде, в одном из субъектов Российской Федерации глава города при очередном осмотре территории провалился под лед. Его свита, его заместители запаниковали, но рядом находилось 2 семиклассника. И после такого урока они правильно, профессионально оказали помощь. Они помогли вылезти, ну и были награждены грамотами за это. В завершении урока безопасности от воды перешли к огню. Пожарные Ленинского района рассказали детям, как вести себя в случае пожара. Михаил Рештов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.